Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. У меня сегодня такой деревенский рабочий видок. Я приехал, собственно, в деревню и планирую заняться реставрацией двери. У меня в елецкой квартире 19 века вот такая входная дверь. Она, ну, не очень старая, я думаю, у нее петли старые, сейчас покажу. Вот, в прошлом видео я обдирал 8 слоев краски, обдирал при помощи горелки. Короткий ролик есть на канале, можно посмотреть, но не суть. Там очень много советовали феном ее, шлифмашинкой. Собственно, сегодня продолжу. Сегодня задача дочистить ее до конца. Дверь выглядит следующим образом. Это вот после того, как я ее почистил при помощи горелки, то есть нагревал горелкой и снимал. Краски еще достаточно много осталось. Тут примечательно, что, видите, три доски старинные, а одна новая. Вот, с этой стороны ситуация получше. Она была чем-то оббита, ну, типа кожей молодого дермантина с утеплением, как это было модно в 80-е. Самое примечательное в этой двери — это вот такие кованые петли. Я их снял, буду сажать на болты. Это пока так примерка. Вот, их надо будет тоже зачистить и, собственно, тоже покрасить. Все, много болтаю, давайте работать. За 15 минут рубанком удалось добиться вот такого результата. Здесь остались еще краски, но они, доски неровные, все вот так вот. То есть надо либо вообще выравнивать, тогда, не знаю, это тут часа на два у меня. Вот, поэтому вот это все буду снимать уже шлифмашинкой. Сейчас подровняю, ну, должно получиться симпатично. Я чуть не обращал внимания, но они разные. Они, во-первых, по размерам не особо сходятся. Вот, во-вторых, по исполнению. Тут, видите, такой, как пики, а здесь кругляш. Ну, буду так оставлять, будут разные петли. Значит, кстати, очень халтурно так вот, ну, с точки зрения кузнеца сделано. Видите, вот здесь. Тут металл потрескался. Ну, то есть они кованые, но такая халтурная работка. Вот, ну, выглядит прикольно. Так, теперь это дело надо полечить. Все зачистил, вырезал вот такую вот деревяшку в форме замка, вставил для того, чтобы здесь было ровно. Она сейчас заполнит, высохнет. Потом вырежу здесь кругляши, тоже вставлю латки. И вот здесь вот с края вставлю латку. И, в принципе, соберется, склеится, зашлифуется. Будет неплохо. Сейчас, конечно, вот с этими дырами сделано. А эти все зашпатлю. Здесь набрал, и, соответственно, теперь надо шпатлевать. Давай, лупи. Маш. Давай вот здесь вот. Мы тут с сыном вдвоем этим занимаемся. Аккуратно промазываем, чтобы вот этих вот остаток от гвоздей не было. Так, ну и по месту выглядит следующим образом. Вот этот шов, конечно, сильно разошелся. Можно будет еще разок подкрасить. Петли решил оставить фальшивые. Здесь отрезал. Посадил на нормальные современные петли. Иначе не сажалось. Вот, ручку современную поставил. Ну, а с этой стороны выглядит таким вот образом.
Ну, видно, что дверь старенькая, видавшая виды, но лучше я не умею. Все, у меня есть дверь, слава богу.